Доброе утро, всем привет. Ух, вот такое у меня утро перед работой. Поджариваю молоденькую картошечку, целенькую, помытую, солькой и чесночком. Так, надеюсь, она уже готова. Надо проверить ножиком. Поджариваю утром, чтобы была свеженькая. О, отлично. По-моему, можно выключать. У меня телефон звонит. Так, а тут у меня колбаски. Все, отвлеклась трошки. Звонок от мамы был. Вот такие колбаски. Все. Завтра я выходная. Буду что-то готовить уже. Первое, второе, третье. Погодка отличная, 24 градуса у нас в тени. Вот, я собираюсь и на работу. Мои уже все разбежались, кроме Назара, соответственно. Для вас один миг, а я уже отработала. И в магазин забежала. Батон, булки, хлеб. Эту филейку взяла, чтобы готовить котлеты. Завтра уже буду готовить макароны. Колбаса на бутерброд. А может, и сегодня придется готовить. Не знаю, молоко, сыр, сметану. А зачем я сметану взяла? Потому что собиралась голубцы готовить. Потом зашла в другой магазин, передумала голубцы готовить, а сметану уже взяла. И что можно со сметаной приготовить? Битое стекло. Или борщ. Какой борщ со сметаной? Где, с одного упаковки ты битое стекло приготовишь? Конечно, Назар. Без железа. Угу, точно. Легчайше. Фу, жара такая, что невозможно просто. Гора посуды. Вот такая картина Репина. Ну, правда, сковородки я только что освободила. Разбирай по холодильнику. Вот это. Вот так сюда. Тоже кофе не с чем пить. И вот это, и вот это. В принципе, все. Вот это в хлебницу. И это все в хлебницу. Новый день. Я сегодня с утра так спешила быстренько перемыть полы, пока до жары. Что это? Перемыла, короче, полы еще. Мама моя приходила. Она быстро туда и назад. Потом думаю, что-то мне как-то дискомфортно. Я понимаю, что я в спешке с уборкой забыла даже позавтракать. А уже время такое. Ух! Не падать. Еще надо внутри микроволновку помыть. Сверху я ее уже помыла. Верха поперемывать. Окно хочу помыть. Ну, короче. Ну, уже жара началась. То, что успеваешь с утра, то и делаешь. Потому что к обеду уже все. Ужас просто. Сейчас съем быстро горяченьких бутербродиков. И еще кушать готовить. Сейчас как натоплю этой плитой. Плиту не помыла еще. Но плиту буду мыть уже после готовки. Что, Симулечка, сейчас насыплю тебе кушать. Так, приступила к котлеткам. Филе варю. Буду это, наверное, крошку приготовлю все-таки на первое. И компот поставила. Вымыла чайник. Короче, заварник. Он был уже такой весь черный. Вот это фея смогла отмыть. Но надо еще чуток поотмывать. И вот тоже неплохо. Более-менее. Ну, короче, еще надо почистить и сеточку. Фея, ребята, это тема. Очень рекомендую. Вот это отмывает все. Даже полы. И сковородки. Ну, все, я очень довольна. Все, прибежали с Назаркой уже с магазина. Сырочки Назару, кисел себе живеленки, яйца, бо у меня оказалось мало на окрошку. Соль, тупо заканчивалось уже все. Зелень на окрошку, себя не проминула. Даже редиску взяла на окрошку чуть-чуть. Дорогущая, правда, бы уже же отошла, но тем не менее есть. Попробую с молодой картошки сделать окрошку. Уксус взяла, тоже закончился. Кефир.
и сыворотка. Все. О, ты сырочки положил, хоть ты их сейчас будешь есть. Я уже ты уже есть будешь? А ты что-то кушал вообще? Конечно. Хорошо. Вот тарелка. А, нет. Помыла уже, да. Ой, еще, ребята, купила себе краску. Ну, это понятно. Я на два раза сразу взяла порошок. Это для корней осветлять. Окислитель для корней беру 6%. А для тонирующей краски беру 3%. И моей краски не было, которой я обычно красилась. Вообще тонов таких не было. Ну, не краски, а тонирующей краски. Взяла, короче, одни холодные тона. Взяла какой-то беж. Это единственное, что-то близок к теплому цвету. Попробуем. Уже все равно, какой есть, бо надо уже краситься. Корни здоровющие. Ну все, вот такие у меня покупочки. Цифилейка у меня уже на это, на окрошку готова. Котлеты готовы. Сейчас компот ставлю охлаждать, а тут еще макарошки сварила. Все. Жара невозможна. Заканчиваю с этими работами. Духота, невозможно ничего делать. Осталось окрошку сделать, и все, я свободен. Свободен, как ветер. Стирку всю сделала, них даже не поместилась на балконе. В магазин с назаркой сходила. Полы помыла. Кушать наготовила почти. Крошка осталась. Имею право отдохнуть чуть-чуть. О, уже время почти 6 часов. Капец. Протолклась целый день. Вот такие выходные. Вот так, если один выходной, ты толчешься чисто. Еще если среди недели, когда все мои на работах. Если бы так выходные, у меня все время были выходные, мы хоть куда-нибудь, может, выезжали, ну, там, чи выходили, я не знаю, на пляж, банально. А так я одна, и собирается работа по дому, я стараюсь вот в тот один выходной все поделать. Как-то вот так, ребятки. Все. Делаю окрошку, и хватит на сегодня. Вот такая получилась вкуснотень. Теперь ложу в тарелочку. Вот как я делаю. Решила все залить. Я там Вике без заливки отложила, бо она не ест окрошку. Она может просто, ну, не залитую нарезку эту кушать. Мы, я думаю, поедим. Ой, перебор. Перебор, по-моему. Еще тарелка на бок. Теперь я люблю залить вот так вот. Сейчас. Лимонного сока для кислинки и сметанка. Во! Все, вот это будет вкусно. Мне приятного аппетита. В такую жару окрошечка в самую пору. Так, мои уже посходились. Гора посуды, все поели. Все довольны, очень вкусно сказали, и я счастлива. И вообще вечер хорошо, жара спала и просто прелестно. Так что мою посуду, благополучненько отдыхать. День пролетел сегодня, опять-таки очень плодотворно. Я столько переделала работы, но правда не все сделала. Думала, успею все, но не все. Окно не успела помыть. Что я еще не успела? Туалет помыть не успела и ванну. Ну, я имею в виду унитаз и ванну. Ой, ну ничего. Одного выходного не хватает, когда надо все вот так вот прям капитально поперемывать. Маловато одного выходного. Так вот. Так что все, ребятки. Всем нам спокойной ночи. Вот. Завтра хорошего дня. Завтра к вам вернусь.
болтушки по болтушке. Жара сегодня аномальная. Наверное, будет дождь на днях. Что-то мне так кажется. Там посмотри. Боже, я аж красными пятнами покрылась от жары. Ужас. Ну, ничего. Нам вот у людям, знаете, не это. И жарко плохо, и холодно плохо. Сами не знаем, что хотим. Ладно, все. Всем пока. Всем удачи. Всех люблю. Всех целую.